Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Квасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу крутой соло-глич на копирование тачек. Что ж, не буду долго тянуть... Погнали! Итак, для этого глича вам понадобится ПКП с функцией автохранилища, водолазный костюм, который можно купить в ближайшем магазине. Также у нас должна быть машина, которую вы хотите копировать, желательно вкачанная на арене Иси. И последнее, что нам нужно, это бесплатная элегия. Для начала глича нам необходимо багнуть водолазный костюм. Для этого мы выбираем его и заходим в воду с включенным меню взаимодействия. После выбираем любой другой костюм и начинаем применять, пока погружаемся в воду. После выходим из воды и заходим в агентство. Управление и стиль. Далее переключаемся туда-сюда, и как видим, у нас падают баллоны, значит, все сейчас идет правильно. Далее нам нужно добраться до нашего автоклуба и заранее заказать ПКП с элегией внутри. Как только мы прилетели, ставим ПКП так же, как показано на видео, чтобы глич сработал. После заходим в ПКП и садимся в бесплатную элегию. Как только мы выехали, выходим из машины и взрываем ее. Далее звоним Лестеру, чтобы убрать копов, и через механика вызываем машину для копирования. Садимся в нее и включаем меню взаимодействия во время того, как вы подъезжаете к клубу. Встаем, как показано на видео, и после выключения меню взаимодействия спамим крестовину вправо. До того момента, когда выскочит черный экран, принимаем его, и мы оказываемся в пункте хранилища. Сейчас нам нужно сделать то же самое, что мы делали в начале глича. Просто меняем костюмы, тем самым скидываем баллоны так, чтобы все двери были засыпаны. Это нужно для того, чтобы мы садились в машину не через анимацию, а телепортом. Думаю, вы такое встречали. После того, как мы все раскидали, отходим назад, и здесь нам нужно словить небольшой тайминг. Одновременно нажимаем кнопку выхода и садимся в машину. Если вы сделали все правильно, то вас должно выкинуть на уже дублированной машине. Нам остается просто вернуться в ПКП, чтобы сохранить наш дюб. Теперь вы можете продать копированную тачку за почти 2 миллиона долларов, что очень неплохие деньги в этой игре. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.